Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Наблюдайка вернулся. Сегодня мы с тобой продолжаем следить за домом, потому что у нас появился новый дом. За новым домом мы можем с тобой следить, и за новым домом мы можем с тобой наблюдать. Поехали. Дом прошлого называется, судя по всему, это дом из первой части. Ух, бляха, какое качество отвратительное. Это нормально, что дом такой плохой, а предыдущий нормальный дом? Да, серьезно. Они, видимо, автор решил тоже сделать дом более PlayStation-овым, более страшным. Не, ну знаешь, по моим вот мнениям, по моим воспоминаниям, я думаю, это будет действительно криповее, когда все пиксельное. А может, в этом идея? Добро пожаловать в твой новый дом. Ты готов? Ты знаешь, что тебе нужно делать, да? Найди аномалии. Отправляй о них сообщение. Довольно все легко. Удачи. Блин, да, мне кажется, что это будет гораздо страшнее. Не знаю, я очень надеюсь, что автор нормально все сделал. Просто пиксельная графика — это сразу плюс 100 к испугам. Еба, какая здоровая бутылка. А бутылка наполовину кровати, смотри. Вот это да. Охренеть. Так, только я вот не помню, я не смотрел. Там пицца лежит. А, я не помню, я не смотрел. Ух, бляха, тут так много предметов. В коридоре что-то изменилось, ребят. Входит в новую фазу. Теперь что-то изменилось везде. Коридор везде, и везде что-то изменилось. Вантус, аптечка. Гордон Фриман может полечиться. Молоток, если вдруг стену надо будет поломать. Молоток, причем больше бочки. Прекрасно. Тут, скорее всего, тоже где-то пасхалки. Блин, я рад. Я рад, что новенькая появилась. Вот эта баба, мне кажется, изменилась. Она какая-то странная. Ух ты, ёпта. Abyss Presence. Дыра присутствует в комнате. Камера, дополнительный объект, движение стен, уменьшение, картинная аномалия. Я думаю, что вот эта картинная аномалия, там просто женщина какая-то нарисована. Женщины не должны быть на картинах в хоррорах. Если женщина на картинах, то это уже труп. Труп! Труп! В самом начале, вон он лежит. Лежит, наелся, спит. Подожди. Труп умер. Ребят, труп умер. Труп, 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 труп. Вон он. Или он там лежал? Может, это хозяева легли поспать, наелись, спят. Вот эта штука двинулась. Или вот это... Бляха, тут так много вещей, но все может двигаться. Вот этого, по-моему, тут не было, я об этом не помню. Ёпта. Меня уже начинает пугать все. Слушай, хорош, хорош. Хорош, мне нравится. Этот объект либо лишний, либо двинулся, либо увеличился, либо не было его там. Какой потрепанный холодильник. Вот этого тут не было, по-моему. Паранойя везде! Не было бутылки, по-моему. Ай, я себя сильно ударил по голове, она меня прямо это тряхнулась. А, ладно, в туалете. Ладно, тут экстра бег. В living room, Дверь! Дверь в рай! Бляха, тут столько сразу аномалий. Слушай, автор, 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 автор! Если ты вдруг это смотришь, респектуха тебе, братуха. Мне нравится, мне уже нравится. Так, аутсайд снаружи. А что это такое? Это аномалия? Дверь? Я не знаю, это дверь? Дополнительно. А что это? Ну, наверное, дверь. Не знаю. Я не знаю, как назвать белое нечто в середине комнаты. Вот этого тут не было. В комнате что-то изменилось, и изменилось что-то везде. На картине вот эта вот какая-то жижа, она обоссалась, возможно. Картина упала, или она тут и была. Етить кого... Ой, хорош, я изменил аномалию какую-то. Это что, аномалия? Да, эта дверь открылась. Дверь открылась прямо в рай, вот это да. На картине, ладно, на картине, наверное, ничего не изменилось. Мне кажется, мне кажется. Мне кажется, что мне кажется, и на самом деле ничего не поменялось. В ковре что-то изменится, я тебе уверен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я смеюсь над вами, привидение. Хорошо, хорошо. Хорошо, мы в дерьме. Нам пиздос, ребята, нам пиздос. В этот раз мы точно не проживем тут долго. Но я уже нашел. Вот тут, мне кажется, картинная аномалия. Потому что картин много, на любой из них может быть аномалия. Как бы по теории вероятности, по теории игр, если ты в универе, ты об этом шаришь, по теории игр, там наибольшая... Нет, стоп. Хрень несу. По теории вероятности, там наибольшая вероятность. По теории игр, как бы, это вообще не то. Теория игр — это другое. Теория игр к играм, как нежданно, не имеет никакого отношения. Уйди, пожалуйста, у меня тут Steam выдает. Слушай, вот эта шняга должна быть такой большой. Снаружи, по-моему, раскукоживание предмета. Раскукоживание предмета снаружи. Вот этот бидон должен быть поменьше. Можно уменьшить бидон? Меня смущают ваши большие бидоны. Пожалуйста, уменьшите бидоны. Опа, дыра. Дыра, а чё ты тут... Ха-ха, шутка про бывшую. Дыра пришла. Здравствуй, а давно не виделись, а чё ты пришла? Чё, какие дела?
Хочешь снова увидеться? А я не хочу. Иди-ка отсюда. Иди-ка отсюда. Пока ноги не сломал. Уходи. Вот так вот. Вот так вот. Ну, слушай, мы на самом деле... Я не знаю, насколько на самом деле здесь много аномалий на данный момент. Но мы вроде бы, ну, что-то типа боремся. Женщина покраснела. Я не знаю, она пожелтела, покраснела. По-моему, это аномалия картинная. Ну, просто мне, возможно, кажется... Ух ты, ёпта. 1 час уже прожили, слушай. А мы с тобою жесткие? Глаза здесь были? Женщина смотрит на меня. Меня это смущает. Не то, чтобы мне не нравится. Мне нравится, когда девушка на меня смотрит, но когда она смотрит на меня с картины и меня могут убить, немножечко смущает. В комнате что-то изменилось, я говорю, везде. О, сэндвич. Или хот-дог. Что? Где? У меня реально паника. У меня реально паника, я не знаю. Ладно, в бедрум что-то изменилось. Вероятность этого 100. А компьютер был включен? Ладно, неважно. Объекты двинулись. Не знаю, какие, просто что-то двинулось, наверное, может быть. Бутылка. Бутылка двинулась. Бутылка Нет, подожди. Бутылка была здесь. А бутылка тоже двинулась? Нет? Она была, по-моему, другой. Не? 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 Ладно, неважно. Там ничего не двинулось. Хорошо, тогда экстра объект в бедруме. Когда я не знаю, что делать, я бомблю наугад. Мы с тобой знаем это правило, наблюдая его к вашим услугам. Всегда во всем разберется. Если у вас вдруг есть пиксельный дом, зачем здесь стул? А, ну да, художник рисует, сидя на стуле. Логично. Вот это что? Это что? Там, скорее всего, должен висеть полотенчик, но как-то он нелогично висит. Очень далеко висит полотенчик. Наверное, пропажа объекта, потому что ты должен выйти из ванной, пойти, не упасть, а бутылку не разбиться, взять полотенчик и вернуться обратно. Это как-то нелогично. Крайне-крайне нелогично. Так не должно быть. Мне кажется, там проблема. А тут вот эта картина была. А где здесь дверь? А, ладно. Меня это не волнует. Мыло, не упало, заметь. Блин, я не знаю, тут серьезно. Ты, возможно, думаешь, что я... Хотя нет. Ты, наверное, понимаешь, насколько я всего не понимаю. Особенно, если ты смотрел предыдущее видео. Если ты не смотрел предыдущее видео, марш! Марш, смотри предыдущее видео, а то ты ничего не поймешь. Ты ничего не поймешь, что я делаю, почему я паникую вообще. Да бляха, в смысле ничего не изменил? А у нас по камерам все хорошо. Кичен есть, туалет есть, аутсайд есть, бедрум. Есть. Бедрум есть. Ливинг рум есть. А кичен? Кичен есть. Блин, тут так мало этих. А, ну, наверное, тут мало комнат. Но теперь очень много событий там происходит, понимаешь? Мало комнат, много событий. Ну, это хорошо. Это хорошо. Это правильное решение. Из-за того, что все всем наби... Растение там было? А вот эти вот бутылочки там были? Давай-ка в ливинг рум я скажу, что есть какое-то передвижение объектов. Не, по-моему, нам жопа. Ну, вот такой вот. О, летает! Летает гробик! Гробик взлетел! Coffin Dance! Ту-ту-ту-ту-ру-тру. Я не помню, как там Coffin Dance танцуется. Как нам Coffin Dance поется, но мне надо быстренько стучать на него. Outside, что с объектом? Объект летает. Ну, наверное, Object Movement. Мне кажется. Да я тебе говорю, женщина покраснела. Прям вообще уже в жопень. Она там как краб, смотри, она как краб красная. Или как рак красная, может ее варят там. Она в бане, наверное, висит, сидит и краснеет. А бутылочка была здесь? Не знаю, может быть да, может быть нет. Кто ее знает? Вообще, такой бардак. Вы бы лучше вызвали не меня, а, я не знаю, уборщицу. Потому что, ну, это реально жопа. Привидения, скорее всего, хотят здесь все разнести, просто потому что они возмущены бардаком в вашей квартире. Привидения-то тоже с тобой живут. Ну, типа, привидения живут, им же нужен порядок. Вдруг привидения любят порядок. А ты, жопа, свинья, живешь в дерьме. Возможно. Я про себя. Я на самом деле себе в зеркало смотрю, себе говорю. Потому что у меня квартира еще хуже, чем здесь. Ну, для меня это вообще не удивительно. Для меня это вообще... А, я понял. Эй! О. Много аномалий. Взлетает телевизор. Пожалуйста, найди их. И нам пиздос, если ты не сделаешь этого. Ты можешь сделать. Я знаю, что ты можешь сделать. В меня верит игра. Спасибо, игра. Спасибо, игра, за доверие. Оно неправильное, ты не прав, я не смогу. Но спасибо. Я рад, что ты обманываешь свои ожидания. Надеюсь на то, что я полезный, я молодец. Потому что я бесполезный и не молодец. Как я могу это все решить? Я же всего лишь ютуб... Какой я ютубер? Наблюдайку, к вашим услугам. Профессиональный находчик привидений. Охотники на привидения, другие ребята. Я находчик привидений. Я нахожу привидений и смеюсь над ними. Охотники на привидения, они делают что-то полезное. А я как бы просто смеюсь над привидениями и все. Ну, вообще, короче, такой. Неудачный стендапер, да. А обычно удачный стендапер шутки шутит, а я просто смеюсь как дебил. Ну-ка. Понимаешь, да? Понимаешь? На кухне что-то произошло. Я не знаю, а что вообще? Я все везде постучал.
Все везде сказал, все везде постучал. Что там, что-то увеличилось. Кухня, в бедруме, в бедруме что-то увеличилось. Что-то большое в бедруме. В спальне что-то большое, меня это... Я сейчас слышал, как что-то где-то... Дополнительный объект, вот этого здесь не было. Экстра объект. Я ж не знаю, какой здесь скример, кстати. Скример может меня испугать. Когда ты проигрываешь. А что-то где-то упало, я прям вот точно слышал, как что-то где-то упало. Возможно, в аутсайд какой-то дополнительный объект. Мне страшно. Мне страшно. А ты не бойся. А мне страшно. Бананы, помогите. Сила бананов. Помогите, пожалуйста. Кто-нибудь. Мне кажется, я все. Бедруме. Может быть. Экстра объект. Да давай уже. Пугай меня. Я готов. Я уже все. Сжался. Да ну я тебя, сука. Да ну вообще, лянь какой рак. Ее хоть клади в кастрюлю и ешь. Женщина. Скибиди попатом творится. Ага. Ну, в принципе, понимаю. В принципе, неплохо. В принципе, да. Интересно. Вы нашли 5 из 9 аномалий. Ладно. Пока на этом все. У меня просто ночь, на меня, скорее всего, соседи сейчас пойдут стучать в стену. А пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Я рад, что у нас появилась новая часть. Можно посмотреть, какие в ней есть секретки. А пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.